Thank you.
Thank you.
Thank you.
Саня, у нас снизу звук попал. Thank you.
Thank you.
Ну что? Да, работает недавно. Ну, я его обучила. Смотрю, вроде получается. Самое вот это еще зуму водить. Наш приближает, вроде получается. Ну, поэтому он даже хватал, он даже отпустил меня. Я поставила, ну, что будешь даже и туда будем ездить. Я говорю, как ты будешь добираться? Ну, доберусь. Да, я говорю, поздно, поэтому пусть тренирует. А, я поставила как-то его с Кристиной. Было 3 выхода на Ланзале. Мы с мамой в малом зале тренировались, смотрю, у него выходит. Там залчик маленький. Игры Кубка Харькова, если, допустим, налажает что-то не страшное, ничего. Вижу, ну, более. Я говорю, Кристина, я с ним вот один тайм посмотрела, говорю, Кристина, видите, дальше, я говорю, что? Допустим, я же все моменты, вроде как сказала, вроде сделали. Вроде. Я говорю, если что, я говорю, пойду в большой зал с ним. Я говорю, если что, подскажу. Он один раз забыл табло просто с ним в конце. Я ей сказала, ему сказала, одну ему сказала, дальше Кристина. Потом Кристина спрашивает, а я хочу еще снимать. Короче, Кристина просидела 2 часа и сделала, 1 час я снимала. Я говорю, ну ты молодец, я же тебе что сказать. Да, короче, он говорит, пусть за это день скажи, пожалуйста. Ну, нормально, сначала он тогда я нормально все снял. Такая работа, что можно уже заплатить. И, конечно, а что же я буду 2 раза платить в тренинг? Нет, конечно. Он от снял от начала до конца игру. Да, он и получил. Если бы там 10 минут еще, слышишь? Да, ну что? Есть некоторые люди, вот на ручку приходят, и непонятно, особенно, ну, взрослые мужчины, непонятно, нужна ему эта работа, есть свои некоторые люди, непонятно, нужна ему эта работа, он хочет или не хочет, может или не может, знаешь, такие вот есть вещи. А если он не хочет, да, я говорю, да, хочу, да, ну, нормально, все. Это уже много значит, если есть желание, то это такой большой вопрос. Тут еще у него тоже было испытание в детском турнире. Молодец. Да? Олечка, слышишь, давай, тут разве нас. Все, я думала, что еще красиво. Ну, нормально.